неумолимо время на земле, и не остановить, и не вернуть назад, сменяет вечер утро, день, и мне вот только 40, вот и 50, и медленно подкрадываясь тихо, сознание мое одолевая, что нет уже родителей, и лихо друзей следы воспоминания заметает, где-то черта. И сколько до нее, живущий на земле, увы, не знает, что я еще успею из того, что мне отведено. Лампада жизни быстро догорает. Оставить что-то на потом? Здесь можно сильно ошибиться. Я сделаю, подумаю, скажу потом. Такое может не случиться. Потом есть риск не угадать. Перечитать я не сумею. Потом ведь может и не стать. Потом я, может, не сумею. Оставив что-то подождать, простые вещи забываем, что можно кофе-чашку не успеть подать, приоритетом старым тоже изменяем. И год прошел, и счастье ждем другим, и детский смех сменяется взрослением, и чаще о здоровье говорим, обещанное прячем за нервозным поведением. И день сменяет ночь, тайком родители болеют и уходят, боимся осознать и говорим потом, а отведенные на жизнь часы проходят. Чтоб в удивлении не застать ответ насквозь, немного бы пораньше, давайте в жизни красок добавлять, давайте прямо и не допуская фальши, давайте улыбаться мелочам, бальзамом на сердце, которые ложатся, и не стесняясь в гости по ночам, и каждому рассвету улыбаться, искать и находить себе любимые занятия, использовать оставшиеся на пределе, счастливым быть, и даже не стесняться и не мечтать, а быть на самом деле. Сегодня и сейчас мой лучший опыт, сегодня рядом лучшие друзья, сейчас смеюсь в ответ на громкий хохот, сейчас со мной любимая семья. Так ничего не оставляйте на потом, обманчивая слишком это слово, и чтобы не пришлось жалеть о том, сегодня и сейчас держу я снова.